Ирина Карпенко, заведующая отделением участковой социальной службы Центра социального обслуживания населения «Вера». Возглавляемое ею отделение оказывает помощь семьям с несовершеннолетними детьми, попавшим в трудные жизненные ситуации или оказавшимся в социально опасном положении. Я проработала без малого 3 года и поняла, что работать вообще в сфере социальной защиты может далеко не каждый человек. Нужно иметь не только сострадание, да, но и в какие-то моменты нужно уметь где-то проявить, наверное, настойчивость, да, отчасти какую-то жесткость с людьми, чтобы добиться какого-то результата. Развитие социальной сферы в современном мире знаменует собой этап перехода общества к цивилизованности, повышению уровня интеллекта и сострадания, улучшению механизмов социальной поддержки. Поэтому День социального работника важен как дань уважения людям, работа которых направлена на оказание помощи тем, кому она необходима. 5 июня в кинотеатре «Искра» в преддверии праздника состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню социального работника. Ваша профессия очень сложная, потому что душевные силы, которые вы тратите на своих подопечных, не сравнятся с физическими нагрузками, которые порой испытывают люди других профессий. В этот праздничный день за добросовестный труд и высокий профессионализм социальные работники были награждены благодарственными письмами и почетными грамотами главы Ленинского муниципального района. Сотрудники социальной службы во всем мире являются людьми с большим сердцем, которые готовы делиться своей заботой не только с близкими и родными людьми, но и с теми, с кем они должны считаться по долгу службы. Мы действительно, как МЧС, как служба спасения, всегда в помощь людям и готовы прийти всегда и быть нужным и полезным в нашем нелегком таком труде. Людмила Русинова работает в сфере социального обслуживания населения уже 13 лет. Сейчас она исполняющая обязанности заведующего отделением социально-медицинского обслуживания на дому. Мы оказываем социально-бытовые, социально-медицинские, социально-правовые и ряд других услуг получателям нашим. Я пожелаю здоровья, благополучия семейного, счастья и всего самого хорошего в их профессиональной деятельности. День социального работника – дата, которая объединяет людей, занимающихся в разных отраслях социума. Но все они занимаются вопросами и проблемами людей. Это, в свою очередь, способствует формированию правильного микроклимата в обществе и в его различных социальных группах. Наталья Буслаева, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова. Видно это.